накопилось несколько криптомонет у меня в запасе, по которым я буду делать видео на этих днях. Поэтому, кто видит это видео, завтра, послезавтра будут еще другие видео с криптомонетой, которые раздаются бесплатно. Сегодня буду говорить про криптомонету IQT, сокращенно, или Equant Chain. Чем она интересна? Тем, что она уже на бирже, то есть она уже продается. Вот 4 биржи, где она уже есть, и скоро ожидается вот на этих биржах. Здесь при регистрации скажем, человека, который вас пригласил, мы сразу монет не получаем. А тут смотрите, что будет. Когда завершится ICO, 1 миллион монет будут разделены между всеми, кто зарегистрируется у них. Но здесь раздаются 2 монеты за каждого приглашенного. То есть, если вы любите приглашать, то сейчас можно, скажем, с каждого приглашенного собирать по 2 монеты. Одна монета, скажу сейчас, я смотрел на бирже Ether Delta, где-то выходит в пределах 30 центов. Две монеты 60 центов, то есть пригласили 100 людей, это 60 долларов, например. Нет, 30 долларов. Нет, 60, потому что две монеты за каждого. Где-то мы видим, когда вы внутри будете. Вот здесь будет ваша реферальная ссылка. Вот она такая длинная. Вы ее скопируете и по ней будете приглашать. Здесь в финансовой подробности вот здесь ниже вот эти ваши токены будут видны, будут собираться за приглашенных сколько и как, а остальное уже когда завершится ICO. Тут все внутри очень просто. Когда это завершится, сейчас 25 ноября, тогда и будут распределены вот те 1 миллион монет. Сколько уже мы тогда узнаем. Так, где написано, что 2 монеты, сейчас покажу. Вот здесь. Если они зарегистрируются по вашей ссылке, вы получите 2 IQT. Как здесь делать регистрацию? То есть по реферальной ссылке, когда мы заходим. Оно будет под этим видео. У вас открывается вот такая как бы страница. Тут получается в два этапа идет регистрация. То есть вводите ваш email. Здесь ниже вводите вот эту капчу. Если вам не нравится, что вы видите, вы можете обновить. Пока вы что-то поймете и вводите. После этого, когда вы ввели email и капчу, нажимаете получить код подтверждения. И где-то через минуту тут таймер идет. Он у вас отправляется на email. Этот код. Он такой, как бы, и вам еще в письме пишет, что срок действия кода истекает через 30 минут. Поэтому долго не ждите. Я минуту назад делал регистрацию. Вводите тот код, который получили сюда, и ваш пароль для входа. И после этого вы нажимаете «Зарегистрироваться». И вас перебрасывает внутрь. Вот сюда. И вы уже дальше заходите в моя ссылка для приглашения.
И в принципе это все. Ничего тут сложного нету. Монета связана с эфириум. Поэтому вам для вывода отсюда монет надо будет кошелек MyEthereum. Но думаю, большинство, кто смотрит мои видео, уже разобрались, что за кошелек Ethereum. Если не, смотрите другие видео. И все, в принципе, будет хорошо у вас. Тем более, эта монета, она реальная, она уже есть на биржах. То есть, это, по крайней мере, все ясно. Всего хорошего, удачи!